спасибо тебе большое, Виталик, что сегодня поучил меня водить. Так неудобно получилось. Но я надеюсь, твой старший брат не очень расстроился, что мы немножко помяли его новую машину. Зря я, наверное, решила обогнать этот грузовик. Ну, слушай, кто же знал, что педаль тормоза слева, а не справа? Или наоборот? Ну, в общем, где-то на дне. Я даже сначала так обрадовалась, что мы врезались не в этот огромный джип, а в девятку. Это я просто сначала не заметила, что она вся тонированная. Ума не приложу, как в нее поместились эти 12 дагестанцев. Главное, все как на подбор спортсмены. Такие красивые, невозможно. Кстати, судя по технике боя, ну, я просто немножко разбираюсь, четверо из них были вольники, трое самбисты и пятеро боксеры. Ой, я думала, они бедненькие поубивают друг друга, пока будут решать, кто из них будет с тобой первый разбираться. Хорошо, что у меня был с собой перцовый баллончик, и ты не видел всего этого кошмара. Чудненько, что всего через час приехала машина ДПС. Плохо, что мы оказались виноваты. Долбанные две сплошные. Вечно мне две полоски жизнь портят. Ну ладно, ничего страшного. Всего через год тебе твои права вернут. Ну, хорошо, что у меня есть такой друг, как ты. Спасибо тебе большое. Ну, я побегу. А то через полчаса общагу закроют. Ребята ждут, обещали подвезти. Бегу-бегу. Пока, Виталик, увидимся в институте. Поехали, мальчики.